85-летний легкоатлет из Козалинского района Кызылординской области без особых усилий преодолевает длинные дистанции. Акоян Рсалиев – постоянный участник марафонских забегов. В прошлом месяце он завоевал серебряную награду республиканских состязаний. Помимо легкой атлетики, пенсионер увлекается и другими видами спорта. Как сохранить силу духа в преклонном возрасте, узнавала моя коллега Райхан Тажибаева. Золотые, серебряные и бронзовые медали. Десятки наград за спортивные победы. Все их 85-летний Акоян Рсалиев завоевал уже будучи на пенсии. Именно тогда аксакал впервые серьезно увлекся легкой атлетикой. Сейчас за его плечами 18 марафонских забегов. С утра пробежка, гимнастика, спортивная ходьба и бег на 30 километров. Обязательная нагрузка 3 километра под уклоном, 4 по прямой дорожке на время. Ежедневные тренировки позволяют мне держать тело в тонусе и с легкостью преодолевать длинные дистанции на марафонских забегах. 18 марафонов позволили Акояну Рсалиеву побывать не только в разных городах страны, но и за ее пределами. Особым достижением спортсмен считает победу трехлетней давности на марафонском забеге в турецкой Анталии. Секретом своего успеха аксакал с удовольствием делится с односельчанами. Он учит нас всему, что знает, как правильно бежать, как поставить дыхание, как держать осанку, какую скорость поддерживать, как сохранить равновесие и силы до конца забегов. Его советы бесценны. Акоян – это украшение нашего стадиона. Когда он приходит, все оживает. Он для нас пример не только здорового образа жизни, но и оптимизма и силы духа. Помимо легкой атлетики, Акоян Рсалиев увлекается футболом, борьбой, боксом и шахматами. Любовь к спорту воспитывает во внуках и местной молодежи. Это, говорит, самый главный секрет – здоровья и долголетия. Райхан Тажибаева, Нуржан Мазарапшин, Айтмухамед Байдулдаев, Кызылординская область, Хабар-24.